Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это часы Huawei Watch GT второго поколения, классические. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить сброс системный на, скажем так, без потерь никаких данных, без отпряжки, в случае заглюка, в случае того, что телефон заглючил, либо же там, не знаю, часы заглючили, перестали нормально работать, не реагирует тачпад. Что же делать в такой ситуации? Нужно нажать на верхнюю кнопку часов и удерживать ее. Удерживать ее на протяжении секунд так около 30. Ну, вы можете посчитать сами сколько. В общем-то, нужно держать, пока не выключится экран. Вот, выключился экран. Мы перестаем нажимать на нашу кнопку и смотрим на дисплей. Скоро они включатся. Вот и все. Часы перезагрузились и опять хорошо и правильно работают. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!